Всем привет! Вы на моем канале снова. Всех рад приветствовать. Перед просмотром этого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться, поставить лайк этому видеоролику и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моем новом видеоролике. Я вышел на улицу сейчас, то есть пойдем туда куда-то. Будем искать водоем, где есть рыбаки. Поспрашиваем. Хотел снять такой небольшой влог из моей жизни. То есть один день из моей жизни. Или просто влог. Так что вот такая вот красота у нас здесь. Вот такой вид открывается. Знак наш стоит. Здесь свежие следы, как видите, машинные следы свежие, то есть кто-то уже сюда ехал. Пойдем сейчас туда и там посмотрим, есть ли там рыбаки. Подойдем, спросим, поймали что-то они или нет. Сейчас мы узнаем. Ну что же, я пошел на водоем, приду и включусь. Ребят, посмотрите, какая красота. Какой вид красивый. Снег. Природа. Еле-еле. Вдалеке где-то птичек слышно. Душа отдыхает. Вот, ребята, мы подходим. Вот сейчас машина. То есть здесь кто-то ловит рыбу. Раз здесь машина стоит. Наверное, походу где-то. Пойдемте посмотрим. Кто у нас здесь? Может, охотники. Я не знаю точно, но... Надеюсь, что рыбаки должны. Машина стоит, потому что туда же они не заедут. Вот, как вы видите, семерочка стоит. Вот, машина. Пятерка. 2105 вас. 2105. То есть здесь кто-то на рыбалке. Сейчас туда пойдем и уже спросим. Надеюсь, там кто должен быть. ВАЗ-2105. Ну да, вот здесь вот тут был следы. Вчера я сюда приходил. Вот на этот. То есть здесь никого не было, но здесь следы, значит, здесь кто-то сидит, ловит рыбу. Сейчас спросим. Ну, давайте спросим, что поймали. Погода где-то минус 10, может 5, меньше, больше, точно не знаю, но чувствуется где-то так примерно. Снежок выпал сегодня ночью, покров снежок. Ребята, обязательно пишите в комментарии, на какую тему снять видеоролик. Обязательно будем прислушиваться. Будем стараться снимать. Ладно, ребят, что же. Сейчас я подойду уже к водоему туда. И мы включимся. Ребят, вижу, я уже здесь народ где-то. То есть подходила сейчас. Сейчас шел один мужчина, я у него спросил, говорит, ловится что-то здесь. Он мне на то... На это он мне ответил то, что мелочь. Больше ничего хорошего здесь не может быть. Точно не знаю, сейчас к мужикам спросим, если подойду, спрошу, поймали что-то, нет. Так что, вот такие дела, ребята. Здесь вот тоже, ребята, машина стоит. Тоже рыбу ловит. Так, подходим. Вот, там сидят. Аккуратненько сейчас подойдем.
Здравствуйте. Вас можно снимать, да? Ну, я просто для YouTube ролик снимаю. Можно? А вы кружки ставите, да? Поймали что-то, нет? Ничего. Даже мелочи не берет. Понятно. Там тоже лазит? Лазит. Ребят, вы сейчас слышали, что нам один мужчина ответил, то что его снимать нельзя, только не знаю, почему его снимать нельзя. Другого я не стал снимать, просто спросил. Такая красота у нас там. Здесь у нас вот мост такой. Такая красота у нас здесь. Ладно, ребят, что, пойдемте к другим, спросим, сходим, поймали они что-то или нет. Попробуем у них узнать. Там сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре человека там сидят. Сейчас у них попробуем спросить. Может, что поймали. Здравствуйте. Меня Андрей зовут. Я просто видео для этого снимал. Берет здесь что-то, нет? Ну, рыба. Да нет, вон одна попала. Вообще никто не поймал. Вон там мелочь. У них не было? Да я вон у одного спросил, он говорит, ничего пока не поймал. А вы на мормышку, как я понимаю? Да я не знаю. А насадка какая? Я помню. А вы давно пришли? Да нет. Вот такой вот интересный влог у нас был, ребята, с рыбалки. Подходил я к рыбакам вон туда, на спуск. Спросил у одного рыбака, у дяди Васи. Его дядь Вася зовут, то есть поймал он что-то, нет. Он мне сказал, поймал одну плотвичку, то есть на мормышку он ловит. Остальные тоже так же ловят на мормышку. Тоже они ничего пока не поймали. Подходил, я спрашивал, там тоже. На той стороне один на кружки, другой на мормышку тоже ловит, тоже ничего не поймали. Если вам понравился такой видеоролик с рыбалки, влог, обязательно подписывайтесь на канал, ставь лайк и пиши комментарий, на какую тему снять видеоролик. Всем удачи, всем пока!